Во Владивостоке завершились первые международные студенческие летние игры «Молодость Приморья». 5 дней с 21 по 26 июля шла напряженная борьба на спортивных площадках Дальневосточного федерального университета. Это важно для нас. Это важно для наших ребят, которые получают хорошую конкуренцию, получают возможность увидеть технику прокачанных команд как бы по различным спортивным дисциплинам. Это значит, что в спорте высоких достижений ребят из Владивостока, из Приморского края, которые будут показывать в дальнейшем фантастические результаты. Более 500 спортсменов из России, Китая, Корейской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь, Узбекистана и Индии состязались в 12 видах спорта. Наша компания «Урса» всегда поддерживает любые культурные и спортивные мероприятия, проходящие в городе Владивостоке и в крае. Мы поддерживаем юных спортсменов, поддерживаем и материально, и в части призов. Торжественная церемония награждения состоялась в кампусе Дальневосточного федерального университета. Больше всего медалей в общем зачете выиграла команда ДВФУ города Владивосток – 45 медалей. На втором месте – сборная Республики Беларусь, у которой 36 наград. Третье место заняла команда из Ляонина Китайской Народной Республики. Спортсмены увезут с собой 17 медалей. А по количеству золотых наград на первом месте – Республика Беларусь, на втором – Приморский край – команда ДВФУ, на третьем – Ляонин Китай. Эти мероприятия дают определенный толчок и стимул для дальнейшего занятия спортом и для того, чтобы ребята проверяли себя на уровне сверстников из других стран, понимали, на каком уровне они находятся. Даже если они в какой-то степени не завоевали медали, то у них есть понимание и возможность дальше тренироваться и показать высокий результат на других соревнованиях. Потому что на этом мы останавливаться не будем. У нас в планах, значит, проведение различных других мероприятий, в которых также будут принимать участие спортсмены из вот различных стран. Я даже думаю, что мы географию расширим. Значительно отличились приморские пловцы, у них 17 медалей, а также боксеры, завоевавшие 9 медалей в общем зачете. Максимально выкладывались и все остальные спортсмены. Очень важно играть для меня с азиатами, потому что сейчас такой возможности нет, участвовать на международных турнирах. Поэтому именно здесь у меня это получилось. И к тому же у меня получилось медали получить. Очень хорошие соревнования, они очень важны. И я считаю, что каждый год их надо проводить, потому что каждый должен поучаствовать. Это интересный опыт. И также можно войти в историю. Первые международные молодежные студенческие летние игры «Молодость Приморья» прошли во Владивостоке по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяка в честь присвоения городу статуса молодежной столицы России. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.